Дорогие друзья, в эфире «Школьные новости». Сегодня в студии Федухин Андрей и Валентина Фетисова. 26 сентября состоится конкурс классных уголков. Надеюсь, они будут яркими и интересными. А 27 сентября будет смотр тетрадей. Еще есть время, чтобы подготовить их. 28 сентября состоятся дебаты кандидатов в выборы президента. Дебаты – публичный обмен мнениями между двумя сторонами по актуальным темам. Цель – переубеждение в своей правоте третьей стороны, а не друг друга. Готовьте вопросы, и вы непременно получите на них ответы. До конца этой недели необходимо представить кандидатуру в школьный избирком. Избирком. Избирательный комитет. Андрей, кандидатов обязательно выбирает класс? Не обязательно, могут быть и самовыдвиженцы. Самовыдвиженец – тот, кто сам себя выдвигает на выборы. В избиркоме ждут ваших предложений. Поторопитесь, 1 октября состоятся выборы президента школы. Все на выборы! Заканчивается набор школьные кружки. Некоторые из них уже даже начали работать. Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там мы монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет. Трепал нам кудри ветер высоты и целовали облака. Слегка на высоту, такую милая ты, уж не посмотришь свысока, свысока. Не откажите мне в любезности со мной пройти слегка туда-сюда, а то погибнут в неизвестности, да, моя любовь и красота. Ты прекрати мои страдания, минуты жизни в пустоте. В рубрике «Знак качества» представляем вам результаты рейда «Чистоты и порядка». Ой, бардак! 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 Ой, бардак! 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 Ой, бардак! 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 А теперь посмотрим, как проходят перемены в нашей школе. Я у мамы умница, я у папы солнышко. Даже если хмурится небо день-деньской, выйду я на улицу, пусть все люди жмурятся, пусть всем будет радостно от меня такой. Мы с папой сели за урок, к уроку выучить стишок. Напоминаем, что правила поведения на переменах никто не отменял. Будьте осторожны, не бегайте на переменах, а иначе может случиться несчастный случай. Берегите свое здоровье. Ведущая рубрики «Давайте познакомимся» Ясмин Уги взяла интервью у новых учителей нашей школы. Ясмин, пожалуйста. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Марина Николаевна. Я преподаватель физики и информатики. Из какого города вы к нам приехали? Я приехала из города Челябинск. Сколько лет вы работаете уже учителем? Мой преподавательский стаж составляет 11 лет. О, каким поступком в своей жизни вы гордитесь? Наверное, тем, что я была лауреатом конкурса «Учитель года». Что вы можете сделать за 60 секунд? За 60 секунд я могу написать пару слайдов презентации, отформатировать диск, написать компьютерную программу, ну и много еще чего, связанного с компьютером. Вау, спасибо вам. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Соловьева Валерия Сергеевна. Я учитель русского языка и литературы. Почему вы решили переехать в Турцию? Работа за границей – это всегда очень престижно. О,
Кто ваш любимый писатель? У меня много любимых писателей, но вообще-то люблю Булгакова. Из поэтов Маяковский. Вы сами сочиняете стихи? Нет, но в детстве сочиняла. Ну и вопрос на засыпку. Как вы относитесь к неформалам? Спокойно. Несколько дней назад наши ребята ездили на экскурсию в аквапарк. Они сделали фоторепортаж. Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно за мной мчалось, со мною вслед. Я так хочу, чтобы маленьким и взрослым удивительные звезды дарили свет. А завершает наши новости традиционная рубрика «Невероятно, но факт». А мы с вами прощаемся. Пока!